Вначале хотелось бы отметить, что при столкновении с подобными проблемами стоит незамедлительно обратиться в техническую поддержку. Не нужно ждать, что все чудесным образом наладится само, можно, но не следует. Наши специалисты смогут проверить связь, зарегистрировать обращение, помочь устранить проблему, провести диагностику с пользователями так, чтобы найти причину возникновения данных проблем и устранить их. Наша главная и первоочередная задача – сделать так, чтобы у наших пользователей все работало замечательно. Мы в Intercontel очень в этом заинтересованы. К сожалению, растущее число домашних роутеров, которые позволяют пользоваться интернетом со множества устройств по беспроводной сети Wi-Fi, может иногда вызывать проблемы с доступом в интернет. Wi-Fi роутер – это небольшая радиостанция, работающая на определенной частоте. Представьте, что вы слушаете радио, но на одной частоте вещает несколько радиостанций. Они могут перебивать или глушить друг друга, и так же происходит с роутерами. Проверьте список доступных для подключения сетей у себя на телефоне, ноутбуке или любом другом устройстве с Wi-Fi модулем. Если вы видите много сетей ваших соседей, то именно это и может быть причиной снижения скорости или пропадания сети. Кроме того, неправильное расположение роутера в квартире также может очень сильно повлиять на работу интернета. Например, стены, особенно несущие, зеркала и даже бытовые электроприборы очень сильно влияют на работу Wi-Fi в доме. Домашний роутер – довольно сложное устройство, которое обладает гибкими настройками, с помощью которых можно добиться высокой стабильности и качества сигнала для хорошего доступа в интернет.